Здорово, парни! Из пистолета заправляю от Блю мочевину. 249-й километр трассы М4 на Воронеж. Или с Воронежа, но она на той стороне. Данным способом я заправляюсь уже третий раз. Первая заправка была на границе Чувашии и Нижегородской области. Две станции друг напротив друга, Чебнефть. Вторая заправка была на объездной Саратова напротив РЦ «Пятерочка». И это моя третья заправка наливом по карте «Газпромнефть». Все. Лимит по карте «Газпромнефть» 2400 рублей. Все. Вот. У меня получается тут что-то 48, по-моему, литров, что ли. Все. Пользуйтесь удобно, не обязательно таскать канистры. Ладно, всем удачи, всем добра. Адреса узнавайте в колл-центре, они вам скажут, где можно налить наливом. Следующая заправка у меня будет...